Всем привет! Пора разбирать лор, ведь лор SCP сам себя не разберет. Изучая материалы по нашей любимой вселенной, я наткнулся на это видео с лестницей, где попавший в это пространство человек в конце концов натыкается на монстра. Наткнулся я, разумеется, не только на это. По этой лестнице создано уже немало подобных роликов, на большинстве из которых присутствует это существо. Также по данному объекту сделано немало инди-игр, некоторые из которых, наверное, и сами достойны содержания как объекты. Этих игр наблюдается особенно огромное разнообразие. Вот думаю, а не сделать ли мне в своей игре эту лестницу, ссылку на мою игру, как обычно, есть в описании. Ведь объект для реализации достаточно простой. И всем нравится сделать генерацию лестницы и добавить несколько звуков, дело-то несложное. Ну ладно, так или иначе, нигде из этого всего разнообразия так и не дано объяснение, чем же является этот объект на самом деле. Нигде, кроме как на сайте SCP, разумеется, потому туда и отправимся за ответами. Сам файл этого SCP я читать не буду. Скажу только, что в пространстве лестницы по сюжету самого SCP есть две сущности. Летающее лицо или маска и детский плач. По поводу детского плача есть лорный рассказ Six Little Mices, где по сюжету одному из посетителей лестницы удалось достичь ее дна, нижнего этажа. На этом этаже весь пол был залит липкой жидкостью, а из темноты слышались жалобные просьбы о помощи вперемешку с жалобным плачем. Герой рассказа идет на плач и встречает девочку с черными длинными волосами и в белом платье. Ох уж эти девочки с черными длинными волосами и в белых платьях. В общем, конечно же, ничем хорошим эта встреча не заканчивается, и девочка, или вернее монстр, что под нее маскируется, сжирает героя, хромкая его костями и разрывая плоть своими бритвенно-острыми зубами. Но этот рассказ не относится к основной истории SCP. Он из того канона, в котором фонда SCP нет вообще. Соответственно, аномалии никто не содержит и не охраняет. То есть, в лестницу, которая представляет собой логово чудовища, попадают случайные люди, где и становятся пропитанием чудовища. Маска, по сути, загоняет жертв к маленькой людоедке и использует свои возможности к изменению пространства. Как же хорошо, что в основном каноне фонд SCP существует и занимается содержанием объектов. Захвати, содержи, защити. Я не чувствую ног. Я не помню, как это чувствовать ноги, и продолжаю карабкаться на руках. У меня бы не получилось продолжить двигаться, если бы не он. Он составляет мне компанию, выслушивает меня, знает, когда что сказать. Его глаза — это то, что помогает мне двигаться. У него такие добрые глаза. Впрочем, в мире, где фонд SCP существует, характер лестницы несколько другой. И это раскрывается в рассказе His Kind Eyes, его добрые глаза. Благо, рассказ небольшой, его перевод занял у меня от силы минут 30. Плачущая девочка из пространства лестницы ослабла и пытается выбраться из этого места. Она обессилила и уже потеряла возможность стоять прямо. Тем не менее, она пытается карабкаться наверх на руках. Однажды он явился ко мне и сказал, что кто-то идет. Я была счастлива, но так напугана. Я взволновалась. Вдруг они не найдут меня. Я стала звать их. Он посмотрел на меня и сказал, что приведет их ко мне, и пропал. Мне стало легче, но я продолжила звать и карабкаться. Потом он вернулся. Он грустно посмотрел на меня и извинился, рассказав, что тот человек убежал. Я был разбита этим. Он выглядел грустно. Несколько позже он сказал, что кто-то еще идет. Мы попробовали снова, но они опять убежали. Я карабкалась, кричала и плакала. Все было бесполезно. Он был так расстроен видеть меня такой. Когда они пришли в третий раз, он обещал привести их ради меня. Мы попытались снова, и я слышала их. Слышала их шаги, они были так близко. Но потом я услышала грохот, что-то плохое случилось, я знаю. Он вернулся, сказал, что они пришли, но поранились. Он не был уверен, проснутся ли они. Я заплакала и даже не могла больше карабкаться. Он плакал тоже. Маска видит все это, но не может помочь ей, что похоже намек на ее нематериальность. Ведь если бы она была материальна, она бы, наверное, сама бы смогла как-то помочь девочке, поднять ее, возможно. Но вместо этого Маска пытается привести помощь, что ей не удается, потому что каждый раз те, кого встречает Маска, или в ужасе убегают, или же умирают от страха. Хотя, возможно, Маска и сама убивает этих людей, этого этот рассказ не отрицает.
Затем пришли еще. Много их было. Он не знал, что они хотят. Он сказал, что у них было оружие. Он беспокоился за меня. Он сказал мне оставаться на месте. Он попытается не пустить их ко мне. Он сдерживал их долго. Очень долго. Но они продолжили наступать. И он сказал, что он вынужден сделать что-то более радикальное. Он сделал так, что они ушли. Мне было непонятно, что произошло. Почему они хотят навредить нам? Почему бы просто не помочь нам? Я продолжаю карабкаться. Продолжаю карабкаться. И вот я на самом верху. Я не могу поверить в это. Это так обрадовало меня. Дверь не открылась. Я пыталась, била в нее так сильно, как могла. Затем продолжила бить. Но она не открылась. Ничего больше не осталось. Я тут навсегда. Зато у меня есть он. У него такие добрые глаза. Кончается рассказ тем, что девочке удается добраться до верхнего этажа, где она остается лежать обессилевшей перед дверью. То есть в каноничной SCP-вселенной, по всей видимости, из-за того, что объект находится на содержании фонда, и случайные люди в него не заходят, монстр лестницы совсем обессилел от голода. И оттого пытался выбраться из своего убежища, но ему это не удается. Хотя по рассказу похоже даже на то, что сущность не понимает, что людей нужно есть, чтобы восполнять энергию. Похоже, что девочка этого не делала никогда. А так как по сюжету самого документа SCP-087 доступ в объект был запрещен и все эксперименты с ним навсегда прекращены, по всей видимости, этого монстра ждет только голодная смерть в своем жутком логове. То есть этот SCP, по сути, был уничтожен фондом случайно. Да, вот он и весь лор SCP-087. Монстра, который фонд оставил без еды, и тот загнулся. Наверное, если бы девочка из звонка попала бы в руки фонда, ее бы ждала примерно такая же участь. Всем пока!